откуда я впервые вижу вас. Что за диво, что за чудо, что за блеск лучистых глаз. Посмелее и красивее не встречал я никогда. Расскажи, где в России есть такие города? Эх, раз, еще раз, я хотел бы видеть вас. Она мне отвечает, поезжайте в Арзамас. Она мне отвечает, поезжайте в Арзамас. Городок у нас хороший, симпатичный, небольшой. Он раскинулся натешей, серебристою рекой. Кто бывал в нем хоть однажды, подтвердит, что я не лгу. Там красавицы на каждом попадаются шагу. Эх, раз, еще много-много раз. Не стесняйтесь, собирайтесь, отправляйтесь в Арзамас. Не стесняйтесь, собирайтесь, отправляйтесь в Арзамас. Я задумался немного и уверенно сказал: я хоть завтра в путь дорогу, хоть сегодня на вокзал. А она мне, как хотите, от Москвы туда полдня. Но учтите, не ищите в нашем городе меня. Эх, раз, еще раз, я предупредила вас, что немножко расхотелось отправляться в Арзамас. Было мне чуть-чуть неловко ей ответить прямиком. Этот город незнакомка, мне давным-давно знаком. В славном городе старинном у меня друзей полно. Он такой гостеприимный, и там ждут меня давно. Эх, раз, еще много-много раз. Я приеду в Арзамас. Я приеду в Арзамас. Я приеду в Арзамас, я приеду.